Сейчас. Приветствую, сердечно, дорогой Алексей. Что ты хотел сказать? Хасай Магомедович, как я рад вас видеть, учитель вы мой дорогой. Вот. У меня к вам просьба большая. Хотел провести с вами бесплатный семинар для наших дальневосточных мамочек, жен, вот тех, кто сейчас волнуется, переживает. Ну и, собственно, и кто-то, кого-то из мужского пола это, конечно же, заинтересует, чтобы вы рассказали о своем методе. Ну и, конечно, хочу, чтобы как можно больше людей узнало об этом. Ну, Вот. И для этого я, спасибо, идея очень хорошая, твоя инициатива прекрасная. Сегодня это наша помощь ближнему в наше сложное время. Конечно, я поделюсь приемами, которые я использовал для выведения из острого стресса детей и взрослых в Беслане. Обучал этому психологов МЧС, психологов Минобразования. Покажу приемы, которые помогают каждому человеку быстро снимать страх, напряжение, всякие там вот обжимания пальчиков, которые сразу отрезвляют голову, человек чувствует себя уверенным и так далее. Очень много покажу. Давай, хорошо, во сколько мы это сделаем? Я бы хотел 23 октября, по Владивостоку это будет 20:00, по Москве у вас 13:00. Ну, хорошо, все, договорились. Хорошо? Да, Да. отлично. Спасибо вам огромное от души. Да, мы еще напишем под роликом эту дату, это время. В YouTube-канале будем проводить. И пускай все подключаются. Да, Пускай я все дам подключаются. ссылку в комментарии. Да, и Отлично. мы дадим ссылку в комментарии, Да. да? Очень хорошо. Инициатива у тебя прекрасная. Обнимаю. Вас тоже обнимаю от всей души. До встречи. До свидания.